Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить вас с шедеврами Рязанского художественного музея. Сегодня обратимся к портретной живописи. Здравствуйте, дорогие друзья! Среди выдающихся имен русской живописи второй половины XIX века особое место занимает Илья Ефимович Репин. Портрет Цветкова написан в зрелый период творчества мастера в 1907 году. Широкий свободный мазок создает ощущение незаконченности, этюдности, но авторская подпись определяет завершенность образа. Эта работа написана масляными красками, но не на холсте, привычной нам, а на дереве, на деревянной основе. Иван Евгеньевич Цветков, служащий Московского земельного банка, основатель частной картинной галереи, он коллекционировал произведения русских художников, в основном рисунки. После смерти собирателя его коллекция была передана в дар Москве, и большая ее часть в 1925 году вошла в состав Государственной Третьяковской галереи. Около 2000 произведений искусства русских художников. А более 300 распределены по музеям России. Некоторые из них, в том числе и портрет самого Цветкова, оказались в коллекции Рязанского художественного музея. Совершить виртуальный тур по залу Рязанского художественного музея вы можете на сайте информационного агентства 7novosti7info.ru в разделе «Культура», в наших группах в социальных сетях, а также в группе Рязанского художественного музея. Но все-таки я вам настоятельно рекомендую приходить в музей.